Реализация национального проекта образования в нашей стране позволила существенно улучшить условия для детей. Появились новые детские сады и школы, а в некоторых проводятся капитальные ремонты. Развиваются кванториумы и точки роста в сельских районах. В образовательные организации поставляется современное школьное оборудование и средства обучения. Но и работники сферы образования не остались в стороне. Так, в рамках проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» предоставляются возможности и сервисы для профессионального развития и карьерного роста. Получить такие возможности просто. Достаточно подать заявку на участие в этом проекте. Подробности в нашем сюжете. По всей России идет заявочная кампания на участие в проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель – создание условий формирования кадрового резерва для системы образования страны. Поддержка и выявление талантливых управленцев, мотивированных педагогов, предоставление возможностей карьерного и профессионального развития, вовлечение студентов в педагогические профессии. Флагман образования уже зарекомендовал себя как флагманский проект в сфере образования, и последний сезон, и вот предстоящий сезон направлен на выявление лучших управленцев страны и попадание в федеральный педагогический кадровый резерв страны. Цель – это выявить лучших из лучших и помочь сфере образования лучшими кадрами. Участники проекта получают возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Участники конкурса видят эту траекторию, эту живую возможность. А с другой стороны, система образования получает возможность увидеть тех заинтересованных специалистов из каждой точки нашей страны, кто готов работать на благо системы образования. Стать участником флагманов образования могут педагоги, управленцы в сфере образования, студенты высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения старше 18 лет. Ограничений нет. К участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Участие бесплатное. Flagmany.rsv.ru